показываю кабину клиентам из Крыма, Севастополь, кабину магаданскую. Вот. Привез сегодня, получается, магнитолу, колонки, антенну и ионковрики. Сейчас покажу поближе. Да, она будет уже этот блестеть. Вот. Сейчас покажу поближе с той стороны. Так, вы же у меня еще, дорогие клиенты, не видели этого, да? Панель не видели. То есть сразу же. Опа. Так, вот магнитолка, да, у нас. Вон антенна и вот колоночки под 13. Так, ну что, погнали, чтобы успеть, потому что сейчас начнется. А? Не наш. Это не наш. Вон там сиденье было от магаданских. Вот этот. А это низкий наручник. Вот низ получается этот. Да, тоже от магаданских. Да. Они же, у них же кабина железная, не рестальник, как у вас. Ну что, как да, как кабина? Положительно. Положительно? Бомба же, да? Большая, красивая. Большая, красивая. К вечеру уже эмоции остыли, скажи. Как на вооружении. Нет, она вообще будет классно смотреться. Ну все, погнали. Деньги пришли. Деньги у нас пришли по Крыму. Сейчас. Крыму. Севастополь Крыму, ой, да. Севастополь Крымам. Да, теперь главное. Да, закрывайте тоже. Теперь. А что ты Теперь едем, доготавливать документы у ПДшки и отправка.